Опа! Вы смелые, раз нажали play на это видео. Ну окей, поэтому рассказываю, в чем дело. Я иду исполнять свою давнишнюю мечту, пятилетней, наверное, давности. Все эти лет пять я мечтал подняться вот на эту гору. Это гора Ардон. Каждый раз я себе говорю, все, в следующий раз иду туда. Но все, не шел туда, шел в другие места или ехал. Но теперь все пошло по-другому. И вместо, как обычно, по субботам мы ходим в походы, а сейчас пошли в пятницу. И поэтому вот так вот раз, и внезапно я пошел на эту гору. Наверняка там многие уже были. Наверняка это ничего особенного там нету. Но у меня это такая идея фикс была, сходить на эту гору. Сейчас мы идем по плато Саруни. В планах у нас подняться на гору Ардон, что-то в районе 400 метров. Подняться вот на этот холм Харут, который обозначает конус. Пройти по ручью Ардон чуть-чуть. Посмотреть на Дай, кусочек лавы, магмы, торчащие из скалы вертикально. Обойти этот Харут 115. Раз я мечтал пройти эти 100-200 метров с той стороны этого холма, но никак не проходили. В общем, должно быть активно, весело и интересно. Вот это у нас Гиват Харут. Вот это у нас гора Ардон, куда мы идем. Вот здесь внизу у нас ручей Ардон. А вот отсюда видно дайк, к которому мы идем. Видите его? Не видите. А он вот он. Ручей Ардон, вашему вниманию. По нему проходит красивый тоже маршрут. На джипе можно проехать. Можно пешком пройти, но от этого он становится менее красивым, он всегда красивый. Маршрут по руслу ручья Ардон, где мы сейчас идем, это был мой первый маршрут на первом джипе. Я тогда очень сильно к нему готовился. Он, в принципе, весь легкий, кроме одного места, где Маалет Калим, там такая высокая ступенька. Если забуду, опять-таки поставлю ссылку. Но это был мой первый маршрут, так что это возвращение к корням своеобразное. Тогда я ехал и думал, он пешком пройти. Вот прошло почти много очень лет, я иду пешком. А вот и наш дайк. Вкратце история такова. В земле появилась трещина, из нее потекла лава. Потекла и застыла вертикально. Окаменела. А если я не прав, напишите об этом в комментариях. Кстати, таких дайков здесь в русле много. Вот, например, еще один. Я знаю, что есть еще несколько. Пять минут в горку, и я на вершине Гиват Харут, конусного холма. Ой, извините, задыхалку. Давно выходил в походы. Вот у нас есть Махтеч. Юг, запад. Вот гора Ардон, наша следующая цель. Спасибо. Зовет нас к себе граждан. Мы уже близко, идем. Этот участок тропы между Гиват Харут и горой Ардон, это прям воплощение фразы цвета Рамона. Почва, все виды почвы тут разного цвета. Красная, желтая, черная, оранжевая, белая. И даже иногда встречаются вот такие почти зеленые кустики, то есть все цвета радуги. Вот и наш суровый подъем. Там прям трасса Айлон. Группа спускается, группа поднимается. Прям движуха там. Сейчас посмотрим, сколько у нас времени займет подняться вот туда. Ну что ж, мы начинаем наш подъем туда. Сейчас посмотрим, сколько времени это займет. Идем на гору Ардон с юга. Это участок почти по вертикальной стене, градусов 45, но короткий. И потом вдоль утеса еще вот такая тропинка, которая идет. И вот такой вид открывается. Все, основная часть подняться у нас заняла полчаса. Что ты здесь смотришь? Это оранжевый рот. У меня оранжевый рот от мазюгалки против.
против губ. Я переснимаю, потому что у меня был оранжевый рот. Все, основная часть подъема заняла полчаса. И потом еще сделали привал на 5 минут и еще 10 минут слегка. И поднялись на самую вершину горы Ордоны. Теперь делаем большой привал вот с таким шикарным видом на Махтыш. Так что вершина горы Ордон. Моя мечта сбылась. Я счастлив. Можно прыгать вниз. Какая же красота, а? О-о-о. Там вот сзади у нас была одна вершина, а вот здесь вот маленький подъем на еще одну вершинку горы Ордон. Я надеюсь, это последняя вершина, потому что здесь у нас уже ровное плато. Ух, я прям весь в волнениях. Махтыш у нас вот это вдали. Мали Махмаль, который запрещен для джипов. И вот это у нас... Это у нас Мали Нох для джипов, по которым заезжают в Махтыш на джипах. Я слишком часто говорю слово джипы. Но пешком все равно лучше ходить. Интереснее, больше видно. А вот у нас спуск. Он более пологий, чем подъем, та сторона, где мы поднимались. Поэтому здесь поднимаются даже семьи с детьми и младенцами. Ну, собственно, все. Мы сейчас уже идем к машине. Там, правда, еще идти километра 3, наверное. Но уже ничего особого не будет. Главная цель. Вот она, позади. Теперь я буду спокойно ездить по Махтышу. Знать, что я на Ордон поднялся, хотел и поднялся, буду дышать ровно, как говорится. В общем, если вы досмотрели до этого, то спасибо вам. Не забудьте поставить лайк, напишите комментарий, ходили ли вы на Ордон, любите ли вы Махтыш, расскажите, мне интересно. Ну и все, так что до следующих выпусков по версии Лугат Израиль. Все, бай-бай.